Кстати, интересный факт. Язык жирафа настолько длинный, что им можно обрезать даже свои уши. Пук, сиреник в ТикТоке, и ты мировая звезда. А почему на лето так похоже? О, нифига реклама. Нифига реклама. Воу-воу, какая игра слов. И обморожение третьей степени. И слышит, как он лично до Панлеоне упил. А потом просто уйти и устроить революцию с приходом власти с СССР. Я тоже так думаю. Ха, а я тусом козырным похожу. Пропускают уроки в школе. А ты посчитал этот ход учеников? Да, особенно когда за тобой папарацци следят 24/7. У Гортона не жизнь, а сказка. Вставала, поела, появились грязи, лягла спать. Те самые репортеры пиряют тебе, что расскажу полную биографию у каждого. Лучше уже тогда раскачаться. Дед был всегда лично сжал руку Рюрику. Почему они страдали? Я был очень рад славе Мерлоу. Зуб даю. Бизнес трейд от Осова. Богатый русский миллионер. Построй машину времени, полети в прошлое, упить это. Кишечная палочка сойдет? Я ножи поразил людей, потому опова все мне. Берешь сдачи автомат. Да, непонятно, поясни. Смотрите, Рой, до конца. О, неправильная музыка. Смотрите ролик до конца. В конце, если кресло, пишите комменты, и, возможно, я попаду в следующий ролик. Ну все, капец, темные очки уже есть. Осталась белая трость. Это те, где давно писали, что Обама президентом стал. Ну, формой, в принципе, да. Ну, ё-моё, мультик. Ёжик, мультик, ещё не доезди. А уже хорошо. Сейчас все кости переломает. Без дырки на крыше неинтересно. А где? Дедуль, вы чё, любовь у барашем? А мне-то... Хорошо, пошла!
Я бы тебе это посоветовал. Дурки невоспитанные. Зачем девочку обижаете? Все, я больше не могу. Что ты получишь-то украдут? Я увольняюсь. Вчера такую свинью в сетку поймал. А что могут понимать дурки невоспитанные? Старый, ты чего? Я же говорил, что-то это не вода. Ворон белку поймал, а ты смеешься. Я не удивлен. Да прям уж там Гаргарыча обогнала. Я так понимаю, ты прошу, принципиально игнорируешь. Моему по жизни, это Гаргарыч. Заказываешь такси, оно его нет. Таксист через звонит и говорит, вы где? У Карыча одолжи, по его рассказе, вот самый великий. А ты ему, а может так есть? Это конец? Розовые игрушки намечаются. Топ-комментик Лага-ниндзя. На полгода. Эх, а этому котята тусу замультят. В игры кальмара сыграйте? Бабушкин борщ самый топовый. Ну, присоединяйся. Когда наконец-то стал всеконтрольный в школе? Слабо 24 часа слепым проходит. Когда твои друзья сейчас к тебе апгрейд жуют. Когда забыл заплатить за свет. Это из ваших компьютеров с бабочкой. Да ладно, а я думаю, мы с всей трещиной ослепли. Нет, эта бабушка пытается зарядить свои Nokia 3000. Так ты же ты и так слепая была. Вот такая она завязанная штучка. Ставь лайк, если любишь спить с ночником в комнате. Сейчас поставим лайк. Темнота — это моя жизнь. Хотя мне очень страшно о темноте. Нет, котята тусы тушли. А куда пропал дед? Как теперь в Brawl Stars играть? Не надо! В подвал! Там будет хаки-ваки! Я за!
А вдруг в подвале кто-то есть? Бабка, иди сама, мы тебе тут подождем. Прохладно, когда услышал голос трещни. Когда сына косвенником пытаюсь украсть ответа за на контрошу. Призрак! Ой, бой! Чисто кабинет директора школы. А это совучие разбегались. Кто первый подвал? От призраков не спасут. Месячная. Смотрите роль. Ой. Смотрите роль до конца. Опять. В конце есть секрет слова. Напиши в комментах. И возможно я напомню на следующий ролик. А я знаю, где еще темнее, чем в подвале. Потому что ты уже привыкла жить в подвале. Ау! Бабуся, да, у тебя же запах. Когда услышу голос трещни. Или как красиво горит дом. Ой. Маркин вроде не сверкает. Как, а когда светло мы видим, как алкаши подъезды бухают. Улетели, улетели. Обиделись, летели. Прям какой-то ретроградный Меркурий. О, пивас. Особенно с духами. Эй, дай не выруби. Брандам ворает фонарики за сотку. Пора вызвать Бэтмена. Не буду. Когда нечем заняться в дома. Чисто я и мои друзья до последних партах. Ого, новый ролик трещни. Не спи, бабку. Больше на летучую мышь похоже. Когда съел шавуху на рынке. Это мой класс второго урока. У тебя есть 2 минуты, пока трещня досматривает муды. Доширак! Кирешки лучше давай. Лучше бы пиво с шавухой нашел. Это что за ягода малинка?
А колбаса где? Цвет настроения синий включился. Вот так. Ты так сгорелый. Куда еще темней? Посмотри тресню и лечь спать. Когда не хочет платить со свет. Два сезона игры в Каймар. Этот чё за анчосы? Когда друзья зовут покуляй, отдалять и подумали. Тусу на Новый год мутим. Когда кинул смук на Б. И выпить пивас. Она теперь черных парней не боится. И снимаю ТикТок. Самое страшное потерять ваган в Brawl Stars. Меня до сих пор мучает вопрос, где их дед? Мама кушать позвала. Бабка Гренни, это вломится. Пчела ужалила? Делькуртусина. Ротик на замочек. Шизофрения. Ни капельки не страшно. Сейчас гроза им на раз-два. Раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два. Училка с твоей в кармане. Раз-два, раз-два. Не, блин, это секрет. И думал, как навести суету. Под названием Мухосранск. И на пришельенца. Фу, Гринчуля! Не поссорься, учи сухником иди гуляй. На как киш похоже. Девочка Уэнсли с последней парты. Кринж пора 21 века. Нашел, блин, чем хвастаться. Ну да, она тебе кинула на бабки. Короче говоря, это постанова. Мужикам лезть что никогда не страшно. Началась драка за девку. Ай.
Поясни за такой базар. Лучше бы айфон подарил. С такой улыбкой в дурку поедешь. Малявка, базар фильтруй. Все нормально, все хорошо, сейчас буду драться. Воздушная американская горка. Ты еще покавкай, помяукай. Беги, пока не украли. Не бери. Ну что, страшилище. Смельчак. Как всегда по заброшкам о бомже бегать. За базаром следи. Давай-ка спалас. Это уже не здоровье. Капкан. Не подгоряй. Особив на пипуле. Три похода бас 1000 раз. У него крыша поехал. Это уже все сорвут, это цирк. Не, блин, как улитка пальцы. Наши мирные вышли на охоту. Не отставай, страшилище. Иероглифы. Потом я рассказываю, как его звали. Соплачет еще. Жду драку. Снимали на тапок деда. Для того, чтобы орать. Для того, чтобы встретить Херобрина. Со слюнем помери. Запах пука, но справив. Грейка каймара. И сделай майнинг фермы. А я думал, умная идея. Экстрим лютый.
Рассказывай нам всю семью. Йоу, секрет своего Майнкрафта. Нет, как сильно живут сразу. Ну да ладно. За деньги, да. Отдадим кому-то даром. Логово киберспорта. Ссылка на предыдущий ролик в описании. Финиш. Найт марафон для трешнички. Ссылка на предыдущий ролик. На марафоне. На демотиватора. На ферию и на копий. Заценишь? Подпишись на канал. Ставь лайк. Чтобы не провалить следующий выпуск.